Так, луна с нахмуренными бровями. Какая-то мексиканская луна. Ладно, брови немножко сползли. Теперь это у нас расстроенные, очень опущенные брови. Слышите, это просто тестерорщика. Man on the moon. Картинки, веселые картинки, да. Полнолуние, суперлуние в Харькове 21:40 по Киеву, в том же самом Харькове. Очень интересно. Кровавая луна, да? Индейцы ее, по-моему, называли кровавая луна. Да, по-моему, это усы под носом. Ой, как красиво. Дубль третий. Как минимум самый веселый. Ну, это та самая облачная масса, которой я угрожал в предыдущих дублях. Вот она надвигается. Луна еще крайне низко над горизонтом. То есть помимо облаков ее закрывает еще и плотные слои атмосферы. Находящиеся у горизонта. Ой, да, там уже такое подходит облако, что мы не только бородатую, но видим и усатую, а просто под одеялом мы увидим из облаков. Темную устроят скоро облака нашей замечательной луне. Но и на том спасибо. Ты посмотри, как дала матушка природа и погода поснимать нам кровавую луну в суперлуне. Опять нахмуренные брови. Что ж ты будешь делать? Ну, к сожалению, снимая фотоаппаратом Nikon Coolpix P1000, слишком низко луна над горизонтом, нет никакого смысла использовать максимальное зумирование, потому как атмосфера Земли не даст нам. Ой, все. Резкость получить никак. То есть это не вопрос оптики, это вопрос того, что у нас просто все закрывается не грунтовыми водами, а грунтовыми атмосферными, пригрунтовыми атмосферными слоями. Все, ребят, вот эта ермолка на усатой луне, пожалуй, будет последняя, что мы посмотрим на нас, на наших тестах рорших. Ну, в общем, такой веселой кровавой луны еще не было, по-моему, на моей памяти при съемках. Все. Это уже балаклава какая-то. 21:44 по Киеву в Харькове. 26 мая 2021 год. 356 тысяч километров до Луны. И она пошла спать.